Ну, просто всегда старался играть под номерами 8 или 10. Не знаю, почему-то нравились. Всегда, просто с детства. Но когда пришел в команду, были заняты. И, ну, особо долго думать не стал. День рождения мамы и, к тому же, любимое число, поэтому так вот получилось 17-й. Все подряд. Могу слушать вообще все, что угодно, и русское, и запад. Но вот из последних альбом Дрейка. Есть многие неплохие песни. Но так в основном разные. Но если на игры, то, скорее всего, это будет 21 Savage. Не знаю, я не так давно в команде, вот только первый сезон в команде Суперлиги, поэтому, не знаю, сложно выделить лучший. Тренер особо не хвалит никого, ну, редко можно услышать. Но если хвалит, то в основном за защиту. Из прошлого сезона, наверное, с Реалом, когда Майк забил треху из угла победную с фолом. Вот, это такой, на самом деле, по драматургии, наверное, такой самый запоминающийся был матч. Если в целом, то, наверное, финал Евролиги с Эфесом. Вот, последний, когда ЦСКА стал чемпионом. Сложно, но в последнее время, наверное, передача. До этого всегда был бросок. Ну, с детства всегда был бросок, но чем становлюсь старше, тем больше, ну, как бы грамотнее стараюсь распределять, ну, решения. И, наверное, в последнее время передача. '56. Это был чемпионат Рязанской области, моего родного города. Ну, и там играли с командой из области. И, ну, так получилось, что был хороший день. Наверное, Нандо нравится очень, Нандо Деколо, потому что игрок, который не обладает особыми физическими данными, на очень высоком уровне читает игру и за счет этого зарабатывает огромные деньги и показывал великолепную игру на протяжении многих лет. Много времени уходит на любимое дело, но помимо баскетбола, люблю, кстати, очень смотреть футбол. Слежу почти за всеми европейскими чемпионатами топовыми. Ну, не очень часто, если честно, смотрю, но все, что попадается в рекомендациях, выбираю оттуда. Может быть, какие-то баскетбольные хайлайты. Вот, матчи часто в записи смотрю баскетбольные. А так, чтобы подписано, это вот по пальцам одной руки можно пересчитать. Ну, сразу скажу, что приготовить не смогу, потому что, ну, это точно не мое. Я, во-первых, и особо и не пробовал. Максимум там пельмени пожарить, омлет, может быть. Это мой прям потолок. Потому что никогда, наверное, не был в таких условиях, чтобы нужно было прям самому готовить. Поэтому нет, приготовить точно нет. А из любимых блюд, собственно, все, что готовит мама. Потому что редко получается поесть все, что она готовит. И из этого, соответственно, исходит, что всегда, когда приезжаешь домой, все ешь просто с огромным удовольствием.